Сегодня 17 сентября, воскресенье, и в Алматы день города. Мы находимся в парке первого президента, где гости и жители нашего города вот уже в очередной раз празднуют так называемый Алма-фест. Не так давно в Алматинской области прошел фест воздушных шаров, и вот один из этих шаров сегодня здесь. А вот и то, ради чего все пришли на яблочный фестиваль. А вот и наш алматинский опор. Какой огромный. Да ладно. В сентябре еще есть клубника. Не только яблоки, но и мед. Ну, такие бусы, шмусы для детей, деревянные ножики, мечи, конфеты. Тазы. Кинотеатр под открытым небом. Смотрит кино. И такие красивые инсталляции. Национальный женский костюм. Посуда. Седло, луки, шкуры лисьи, волчьи, кольчуга.
Набережная ярмарка. Кто хочет, может выбрать для себя книгу. Не знаю, правда, прочитать или посмотреть, или купить. Спасибо. Мы оказались в таинственном лесу. Напомню, что это парк первого президента. Здесь вот такая красота. Там готовят воздушный шар к запуску. Скоро будут его запускать. В парке очень много наблюдается белок. Бегают, прыгают. Белочка. Они совершенно не боятся людей. Она практически ручная, можно сказать. Я вот в Санкт-Петербурге был, там вообще не там. Инсталляцию, мельница. Фотозоны созданы, люди фотографируются со страшилами. Ростовые куклы тоже здесь. Такие ростовые куклы. Ходульники. Такой огромный батут. Дети счастливы, стоят в очередь. Куча обуви. Все прыгают, все скачут, пробираются. Что для счастья надо? Вот такие для деток поставили надувные батуты. Так, видите, тут сделал какую-то активность. Дизи поставила свои огромные грузовики. Представители Apple тоже здесь. Детский автобус. Лабиринт из сена для детей. А тут мы нашли дерево Эйва. Ну, такой аналог наш. Красота. Пройдем сквозь него, получим благословение. Вот такая грильница. Люди жарят чего-то там. Столы, можно спокойно с семьей сесть и пообедать вкусной, разнообразной, интернациональной едой. Очередь такая огромная за едой. Готовят замечательные шашлыки. За пловом очередь. Вкусная курочка. Самса. Вот представители Китая. В костюме товарищ стоит. Еду предлагает. Представители Ирана. Таджикистан. Много. Представители Афганистана. Ну что я хочу сказать, подводя итог нашей прогулки. Огромное количество людей, все счастливы, все с семьями, физическая активность у всех на высшем уровне, настроение, позитив, дружба народов, еда, огромное количество яблок, счастье. Я очень рад, что в нашем городе, в День города, проводят такой замечательный праздник. Сердечко, которое встречает гостей. Все прекрасно. Давайте чаще встречаться.